То есть, собственно, общественность вокруг нас не должна переживать то, что переживаем мы? Нет, не нужно. Только мы? Только мы, только мы. Ты всю жизнь будешь страдать, а люди получат то, что ты получишь в конце жизни в течение, ну, за полгода, да, на одном курсе. Так это и работает? Да-да-да, он пишет это в конце предисловной книги Зор, то, что у нас поступенчато, в многих ступенях. Израиль в течение тысяч лет бед, несчастий. Народы мира получают это в один момент. Ну, в один момент, ну, это может быть несколько месяцев. Да. Так, как мы, чего мы удостоились, да, собственно? Да, это честь, это честь. Да. Это то, что ты готовишь для них основу. Это честь, да, да. Потому что ты чище. А честь, закут, схуд, это чистота. Ты чище, тоньше. И поэтому ты ближе к Творцу для того, чтобы стать переходным звеном от Него к народам мира, ко всему человечеству. Работа тяжелая? Правильно, да. Много бед? Да. Ты хочешь избавиться от этого? Нет. Я хочу именно просто отдаться программе творения. Да, да. Меня как раз привлекает то, что вы говорите. Истина привлекает. Истина? А что за истина, о которой вы говорите, чтобы я понял? Истину ты приобретаешь и не продаешь. Есть что-то внутри, что даже вот трудно, но я не могу это оставить. И правда, это... Это невозможно объяснить. Это зависит от корня души. Есть души, которые не могут избавиться вот от этой вот понятия «правда», «истина». Это имя Творца. Именно. Ну где это? Ну это же предисловие к Зор, да? Предисловие к книге Зор. А это в статье буквы Раби Амнона Саба. Почитай.